Так, Юпитер со спутниками, 0 часов 31 минута по Киеву, 19 июля. Вышла я комету поснимать, но небеса к нам сегодня не так благосклонны. Большую медведицу видно, а вот уже все, что ниже, как раз там, где комета на власть, там сплошная облачность. Так что Юпитер единственная будет нашей добычей с Сатурном. То есть не нашей с Сатурном, а Юпитер с Сатурном будет нашей добычей. Даже Марса нет, тоже за облаками скрыт. Сейчас поснимаю, поеду домой, под утречко выйду еще разок, и если повезет и ветерок поднявшийся разгонит облачка, есть шанс и Меркурий заметить перед самым рассветом, и тогда у нас будет полный комплект парада планет. Юпитер, Сатурн, Марс, Венера, ну плюс Луна, конечно. Резкость попробую пошукать. Так, отошел. 1 350 000 000 километров до Сатурна, 619 миллионов километров до Юпитера. Упс. Да, даже Марс у нас в облаках. Ладушки, короткий дубль, подождем.